И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Дорогі брати та сестри, на честь дня народження церкви «Двері в небо» запрошую вас доєднатися до молитви за Україну, понурити у атмосферу переможної хвали та прославлення нашого Бога. А також послухати біблійне послання. Дорогі друзі, гості і, звісно, церкви «Двері в небо», мы приглашаем вас присоединиться в праздновании важного события – 27 лет нашей церкви. И как в каждой семье есть свои традиции, в нашей семье тоже есть традиции. На протяжении всего дня, в течение трех служений, для ваших детей приготовлен праздник. Для каждого из вас будет особенный подарок. И, конечно, розыгрыш лотереи. Мы приглашаем вас и ждем вас и новых друзей.